Всем привет! Вот еще одно замечательное приложение для монтажа видео. Полностью официальное, бесплатное, без всяких ограничений. Единственное, что вам нужно будет сделать, это зарегистрироваться на сайте DJI Osmo. Вернее, на сайте DJI. При помощи этой регистрации вводите данные и входите в программу. И там уже можно будет отменить все водяные знаки. Настроить под себя полностью программулину. Скачать ее можно будет как для Android, так и для iOS. Без всяких проблем с официального магазина. Вот. Итак, как же все-таки убрать водяной знак в конце? Поставить какую-то заставочку в начале либо в конце? Все это смотрите на примере. Итак, как же выглядит сама программулина? Заходим в программы. Вот DJI программулина, DJI Mimo. Загружается. Мы попадаем на главный экран. Редактор. Здесь есть сразу умный редактор. То есть то, что мы нажимаем на создать клип, выбрасывает сюда же. Ну, здесь есть еще куча клипов в вашем профиле. Когда вы зайдете, при помощи своей регистрации, о которой я говорил в начале, вы сможете смотреть понравившиеся вам ролики, ваши работы. Ну и соответственно, допустим, если мы берем какой-то файл, который у нас, допустим, на 4К, нажимаем редактировать, и он его сжимает до HD, потому что сама программулина работает с 720p и 1080p. Нажимаем сжать, и происходит сжатие одного файла. Один файл автоматически подошел, потому что он на 1080. Поэтому программулина его свободно съела. Далее, что здесь можно будет сделать? Ну, мы сейчас нажмем отмену. Возьмем один файл. Так. Вот. Редактировать. Отмена. Так. Так. Редактировать. Вот он наш файл, который мы можем обработать. Мы можем его повернуть, увеличить скорость, сделать какую-то фильтр наложить на него, музыку поставить, все что угодно, скопировать, обрезать, вот, ну и соответственно сохранить. Готово. И сохраняем в 720p либо в 1080. Вот такая вот замечательная программа. Кому было интересно, можете скачать, попробовать, зарегаться и посмотреть, как она работает.